Здравствуйте, уважаемые читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет мастер-класс по рисованию гуашью. И сегодня мы будем рисовать осенний лес с березами. Для этого, как обычно, нам потребуется гуашь, кисточки нескольких размеров, вода, листочек А5 формата и салфетки. Приступаем. Я беру кисточку побольше. Сейчас нам нужен будет голубой цвет, светлый. Я смешиваю свой голубой с белым. И этим цветом закрашиваю верхнюю часть листа немножечко с наклоном. Закрашиваем верх листа. Затем мы берем желтый цвет. У меня желтая светлая. Набираем ее погуще. И закрашиваем нижнюю часть нашего листочка. Теперь мы немножечко сделаем посветлее верх нашего поля, да? Добавим немножко белого цвета к желтому и сверху сделаем цвет немножечко посветлее. А внизу немножко добавим охры и сделаем чуть затемнение внизу. Сделали. Дальше мы перейдем к заднему плану и создадим лес, да, сзади виднеющиеся деревья. Для этого мы возьмем опять же желтый цвет, и нам еще потребуется красный, либо есть, если у вас готовый оранжевый, можно использовать его. Значит, берем желтый цвет. К этому желтому мы добавляем капельку красного. Чуть повыше. И сейчас этим цветом
мы создадим задний план, да, какое-то подобие деревьев, которые у нас идут, да, разной высоты. Стараемся брать не очень много воды, да, погуще красочку. И сначала наметим, что вот так вот, да, у нас идут деревья на заднем плане. А сейчас все остальное пространство мы вот такими отрывистыми движениями закрасим. Если мало краски, добавляем. И все пространство закрашиваем таким образом. Где-то повыше, где-то пониже, да? У нас деревья получается. И проходимся по месту стыка, да? Какой-то такой лес у нас получился на заднем плане. Сейчас мы берем цвет потемнее, да, то есть добавляем больше красного. Намешиваем. Добавляем цвет. Нам нужен цвет темнее, чем был до этого. Да, более можно ярким сделать его, больше красного добавить. Этим цветом мы пройдемся чуть ниже предыдущего ряда, да, чтобы была разница, и создадим как будто бы второй ряд, да, такой. Из цвета чуть отличающегося, да, от предыдущего, более яркий. И в конце мы добавим еще немножко коричневого к этому цвету. Берем коричневый, добавляем его сюда же. И этим цветом мы пройдемся по низу еще. Дальше. Нам потребуется, пока оставляем, пусть это сохнет. Сейчас добавим еще задний план из деревьев, да, которые у нас как будто бы в тени. Нам потребуется сейчас синий цвет. Нужно, чтобы он был темнее, чем тот цвет, который мы использовали для неба. Да, я возьму синий. Берем синий. И к этому синему нам нужно будет добавить чуть-чуть белого. И этим цветом мы опять же пройдемся по местам стыков с лесом, да? То есть вот там, где лес заканчивается, мы этим синим цветом, опять же, так осторожненько этот цвет синий повбиваем. Опять же, создавая деревья.
разной высоты. Создаю, да, подобие какого-то леса, деревьев, которые на заднем плане виднеются. Теперь возьмем цвет тоже синий, но уже без добавления белого. Да, чисто синий цвет, потемнее. И пройдемся по своим местам стыков, да, усилим. Тут цвет. Так, пусть это пока все подсыхает. Дальше мы берем черный цвет. И этим черным цветом мы наметим некие силуэты деревьев, да, на заднем плане, как будто бы там действительно какие-то деревья у нас есть. Сильно их не прорисовываем. Буквально несколько линий. Да, чтобы создать ощущение, что там на заднем плане действительно какой-то лес, да, какие-то деревья. Угу. Оставляем. Дальше. Дальше мы переходим к рисованию наших берез. Значит, для этого нам потребуется белый цвет сейчас. Возьмем белый цвет, можно кисточку взять потоньше для удобства. И этим белым цветом мы сейчас наметим березы, да, которые у нас будут располагаться на листе. Значит, выбрать их расположение можно самим, как хочется. Ну, например, первый пойдет здесь. Цвета могут пока примешиваться какие-то, ничего страшного, потом это все нужно исправить будет. Да? Значит, одна будет здесь. Одна будет здесь, да, немножечко подальше будет стоять. Так. Еще одна будет, например, выглядывать. Все, теперь мы их поярче закрашиваем белым цветом. Пройдемся по ним еще раз. Можно им придать, да, какие-то сделать потолще, какие-то потоньше.
Теперь можно сделать тут толще. Так. Теперь мы добавим теней к нашим березам. Мы возьмем тот синий цвет, который мы использовали только что, да, для создания леса. Разбавим его с водичкой. И этим синим цветом пройдемся по, получается, правой стороне наших берез. И подтемнив их немножечко. Да, внизу можно немножко найти на середину. Так. И если белого цвета не хватает, добавить еще белого. Мы возьмем кисточку потоньше и черным цветом добавим черные полочки на наши березы. Внизу сделаем такие немножечко, да? Затемним их. Так, да, работаем с каждой березкой.
последняя осталась. Делаем то же самое. Теперь тонкой кисточкой, пока у нас она в руках, черным цветом, мы пройдемся по некоторым местам берез, да, и немножечко обведем их по контуру, да, в некоторых местах. Здесь, например, чтобы отделить одну от другой. Берёмся. И добавим еще по березовые веточки, тем же черным цветом. Там, где есть место. Так. Значит. Добавили. И нам остается добавить еще тени от деревьев. Для этого нам потребуется коричневый цвет. Так, коричневый цвет и немножечко, опять же, синего. Мы их смешаем. Сделаем цвет такой более водянистый, да, побольше возьмем водички. И прорисуем тени от наших деревьев, которые будут идти в сторону каждого деревца. Нарисуем тень. Можно добавить на заднем фоне еще, да, какие-то тени идущие. Как будто там тоже деревья стоят сзади. Вот здесь. И еще можно коричневым цветом, да, пройтись сзади немножечко по нашему лесу, да, и чуть-чуть коричневого внизу еще добавить, немножко затемнить точечками.
еще как будто бы выделить объема какого-то сзади. Угу. Да, ну и, в общем-то, наш рисунок готов. Да. Все, спасибо большое за внимание. Рисуйте вместе с нами.